Всем привет! С вами Горные вершины. Это видео посвящено тем, кто, катаясь по трассам, по разбитому склону, уже начинает посматривать в сторону нетронутых полей целины, которые вас манят, искрятся на солнце, и вы бы уже не прочь были бы там вкатить. Но снаряжение немножко для этого не подходит. В данном случае советую вам обратить внимание на универсальные лыжи для разбитого склона и для фрирайда. Сейчас расскажу о них поподробнее. Итак, универсальные лыжи для разбитого склона и для фрирайда – это действительно универсальный снаряд, который вам позволит кататься как по подготовленным трассам, по разбитым склонам, так и вне трасс. Отличительными особенностями лыж данной категории является уже еще более широкая талия по сравнению с лыжами для подготовленного разбитого склона. Это порядка 95-100 мм. Рокер на данных лыжах уже больше становится, порядка 15%, причем он может быть как передним, так и задним. Также во многих моделях присутствует усиление торсионной жесткости, что делает лыжу более терпимой к жесткому склону, ко льду лыжа не проскальзывает, не скручивается. И на многих моделях отсутствует интерфейс для установки креплений завода, лыжа гладкая, нет никаких пластин. Это сделано для того, чтобы, во-первых, обеспечить нам больше свободы выбора креплений, и, что самое главное, уменьшить высоту постановки креплений над обшитом лыжи. Это актуально при катании в глубоком снегу. Благодаря вышеперечисленным особенностям конструкции, лыжи данной категории можно действительно назвать многоцелевыми лыжами. На трассе они очень неплохо управляются, несмотря на довольно широкую талию. На разбитом склоне уверенно проезжают бугры, хорошо держат на льду, и за счет приличной ширины будут всплывать в рыхлом снегу за пределами трасс. Единственным ограничением по применению данных лыж является приглубокий, когда вот прям вот так вот навалит, прям вот паудер. В таких условиях, конечно, лыжи спасают перед моделями для фрирайда или перед паудерными лыжами. Одним словом, если вы планируете поездку в горы и хотите там кататься везде, как по трассам, так и вне трасс, то универсальные лыжи для разбитого склона и для фрирайда будут для вас лучшим выбором. Ну и в конце хочу заметить, что среди лыж данной категории нет модели для новичков, поэтому, выбирая себе такие лыжи, нужно все-таки обладать определенной техникой и определенной скоростью. Что касается подбора лыж относительно роста, лыжи данной категории подбираются около роста лыжника, плюс-минус 5 сантиметров. То есть с моим ростом 1,85 м и весом 65 кг, я беру себе 188-ю ростовку. Если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите в комментарии, приходите к нам в магазин, нажимайте кнопочку «Мне нравится», подписывайтесь на наш канал, будет много всего интересного. Всем спасибо за просмотр, пока!